Всем привет, привет, дорогие мои друзья! Сегодня на обед у нас вот такая вот красота и вкуснота, а будем кушать мы ее со сметаной. Кому интересно, что это такое, оставайтесь. Вот такая вот у меня есть пачка. У нас они продаются в каждом магазине. Здесь 750 грамм и стоит она 1,19 €. Это рости, это что-то между оладушками и драниками. В состав входит картошка 88%, лук, соль, специи, крахмал и мука. А приготовить можно в духовке, на сковороде и на гриле. И, конечно же, дорогие друзья, так как это готовый продукт, я всегда обращаю внимание, сколько же здесь калорий. Калорий здесь предостаточно. И еще всегда смотрю на срок годности. Это тоже очень важно. Сейчас я открою пакет и покажу, как выглядят наши оладушки-драники. Вот такие вот они, треугольной формы, полуготовые. На пачке написано, что они уже обжаренные до полуготовности на подсолнечном масле. Я их буду готовить в духовке. На листик я положила уже пекарскую бумагу. Листик я ничем с бумагой не смазываю. То есть маслом я не смазываю. Просто уже сейчас вот так вот их выкладываем. Духовку я также уже включила. Посмотрите, какие они красивые, все аккуратненькие. И такой уже приятный цвет у них. Сейчас я их поставлю в духовку. Ну, примерно на 15-20 минут посмотрим, как они будут выглядеть. Все, дорогие друзья, они у меня побыли в духовке 15 минут. Я решила их уже вытащить. Посмотрите, какие они красивые получились. Такие красивые, зажаристые наши оладушки-драники. Сейчас я их перекладу на блюдо. А на блюде, кстати, посмотрите, совсем другой цвет. Выглядят они, конечно, тут потрясающие. Такие вот зажаристые, аппетитные. Кушать мы будем их со сметаной. Я уже приготовила. Мой муж уже снимает пробу. Я вам показываю, как выглядят они внутри. Видите, там внутри как такая вот мелкая картошка. И как мелкий-мелкий лук. Но в нашей семье их все очень даже любят. И на пачке было написано, что их можно, ну, подавать с мясом. Но мы их, кстати, с мясом никогда не едим, а всегда едим со сметаной. Они действительно получаются такие вкусные, как домашние. И мне кажется, что в них все предостаточно. И на соль, и на лук, и картошки много, все даже очень вкусно. И со сметанкой это, конечно, что-то. Видите, как я их быстро проглатываю. Действительно, получаются очень вкусные. И конечно же, иногда и можно себя чем-то вкусненьким побаловать. Вкусным и готовым. Итак, дорогие друзья, я желаю вам всем приятного аппетита, хорошего настроения. И, конечно же, заходите ко мне в гости, подписывайтесь. Я всегда всем рада. Всем пока-пока. Будьте здоровы и счастливы.